прошедшее воскресенье в городе Видное секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Юдаков провел прием граждан. Этот день был выбран не случайно. 1 декабря исполнилось 12 лет со дня создания партии. О вопросах, которые обсуждались в общественной приемной, в репортаже Людмилы Медведевой. Общественная приемная председателя партии «Единая Россия» в городе Видное существует уже несколько лет. Люди сюда приходят с надеждой, что их услышат и помогут. Министерство обороны до нас вообще никакого дела нет. Пишем, пишем, ни ответов, ни приветов, вообще ничего, никакой информации нет. Элементарно зимой даже дороги не может никто почистить. Огромные проблемы незаконной миграции, огромные проблемы в незаконных производствах на территории нашего городка. Проблема на проблеме. Ну и, собственно говоря, инфраструктура полностью отсутствует. Ну, люди живут, как могут жить. Сергей Юдаков, секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», более 2 лет был руководителем приемной лидера партии в городе Видное. И вопросы, которые приходилось решать, самые разнообразные. Круг вопросов неизменный. Это вопросы качества и оплаты жилищно-коммунальных услуг, ремонта, эксплуатация жилого фонда, получение жилья как такового. Ну, некоторые очень острые такие, да. Будем готовить соответствующие документы, помогать всем, чтобы их проблемы были решены. День приема населения, воскресенье, был приурочен к 12-летней дате создания Всероссийской партии «Единая Россия». 1 декабря, как раз день образования и создания нашей партии, было принято решение руководящими органами о том, чтобы по всей России в этот день мы провели общение со своими избирателями. Приемы граждан по личным вопросам дают возможность депутатам оценить, и насколько выполнены наказы избирателей. Мы сейчас как раз подводим итоги года, как в той или иной организации, тот или иной местный совет, депутаты областной думы в течение этого года работали с наказами своих избирателей. У нас их достаточно много. Мы еще получили дополнительно к выборам губернатора, потому что это наш кандидат, наша партия его выдвигала. И мы за реализацию наказов несем такую же ответственность, как и он. Хочется надеяться, что проблемы людей, пришедших на прием, будут решены. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.